Пещера, турецкая церковь. Турецкая церковь – необычное название, но и пещера с этим именем тоже нечто необыкновенное. Спелеологи относят ее к Куршунской пещерной системе вместе с пещерой Горник. Стоит только спуститься по каменным ступеням, и сразу захватывает чувство пустоты. С высоты птичьего полета видно, что она находится на одной линии с большой и малой гарваницей. Вид с высоты предполагает, что вся местность прорезана скальными образованиями и подземными реками. Турецкая церковь не похожа на обычную туристическую пещеру, заполненную сталактитами и сталагмитами, которые удивляют посетителей. Она источает ощущение древности. Заставляя взглядываться в ее грубые стены в поисках наскальных рисунков пещерных людей. Зубчатые и потрескавшиеся стены из известняка переливаются разнообразными бледными оттенками. Единственные обитатели пещеры – лениво греющиеся на солнышке ящерицы, лежащие на теплых камнях, а может быть и случайные лягушки. Продолжаем по пути, притихнув, чтобы не потревожить спокойствие природой.